Депутат Госдумы Андрей Барышев снова эпатировал избирателей и местную политическую тусовку. В своем инстаграме политик высказался в поддержку другого, не менее скандального персонажа, схиигумена отца Сергия. Напомним, Сергия задержали силовики после того, как тот в проповедях начал готовить послушниц к смерти. Если я попрошу тебя, Бог дал совет, ты умрешь. И ты не боишься умереть, а? Страшно? Ну, если благословите, то умру. Ты умрешь вот за всех здесь, которые приезжают, которых ты не видишь, за пьяниц, блудников, те, которые в панике, у которых ужас, которые лжицы протирают, клянущие нас, обижающие. С радостью. Да, с радостью умри. После выхода этого видео монастырь взяли штурмом. Отца Сергия арестовали и увезли в Москву. Деятельность схиигумена давно стала напоминать тоталитарную секту. В июле прошлого года Сергий и вовсе потребовал у президента Путина передать ему власть. РПЦ лишила его сана, но многие сторонники остались ему верны. Однако из высокопоставленных лиц Челябинской области Андрей Барышев пока единственный, кто открыто поддержал одиозного схиигумена.